Здравствуйте, хочу оставить свой видео отзыв на гель против акне. Фирма Nelson. Это хит продаж на Хирбе. Эта линейка состоит из 4 шагов. В данный момент у меня 4-й шаг. Я его, если честно, не допользовалась до конца. И расскажу почему. Сам по себе этот гель, он реально в виде геля и с таким специфическим запахом. Составляющая первая — это вода, и потом на втором месте идет алкоголь, после этого уже идет эфирное масло чайного дерева. Ну, как по мне, то в принципе возможно на очень страшных прыщах и на очень страшно запущенной коже он и будет работать, но на мне он не дал такого эффекта, как писали люди в отзывах на Хирбе. Его нужно наносить не на все лицо, а только точечно на те места, которые требуют такого глубокого очищения. То есть там, где у вас образовался то ли прыщик, то ли колония прыщей. Не знаю, насколько это можно применять во время беременности и так далее, или когда ослаблен иммунитет. Я бы не дала бы столько хвалебных от, как написано на сайте Herb. Согласна, что состав такой мощный довольно и глубоко очищающий, но по мне, люди, которые могут использовать его на все лицо, они могут сжечь свое лицо, свою кожу, и это не совсем хорошо. Состав его довольно неплохой, активные ингредиенты календула и разные другие вещества, которые препятствуют размножению бактерий. Позитив в том, что нету тут парабенов, а также нету антибиотиков, которые очень часто используют в таких средствах против акне и прыщей. Так как он на мне не работал, я не могу его полностью оценить, так оценим его в 3 из 5 за счет того, что слишком активные ингредиенты, запах такой не очень приятный, как по мне, хотя эфирное масло чайного дерева использую в других целях. То есть запах его могу переносить и понимаю, что он дает большой эффект. Производитель — это Великобритания, но запах, конечно, на любителя. Возможно, для других людей, у которых запущены формы этого акне, он будет более действенный, чем для меня. Но все равно моя оценка 3 из 5 за его стоимость и за его запах, а также мощные ингредиенты, которые подсушивают очень сильно кожу. Я ему снижаю оценку, ставлю 3 из 5. Если вы пользовались этим гелем, интересует ваше мнение, а также, возможно, ваши рекомендации, как его использовать. Спасибо большое!